Развивающиеся страны переходят на технологию блокчейн с большей пользой, чем устоявшиеся финансовые рынки. В докладе популярного делового журнала Harvard Business Review приводятся примеры телекоммуникационного сектора в Кении и Южной Африке, где страны непосредственно внедряют сети 3G, пропуская этап устаревших медных кабелей и оптоволокна. Признаки перехода сразу к криптовалютам уже видны на африканском континенте, где такие платформы, как BitPesa, позволяют населению отправлять и получать деньги. Другой пример – это использование биометрической системы паспортов Aadhaar в Индии. Опыт показывает, что развивающиеся страны и рынки извлекут из этого процесса максимальную выгоду.